Усім доброї раниці, 1 жнівня, гортензія Бонфайр. Куст у мене маточний всього один, молодой, йому ще двохлітня, но тим не менее, черенков удалось настричь, і 11 июня я начеренковал их, поставил кассету на укорінь. Это 28 ячеек, 190 мл, одна ячейка. Из кассеты 28 штук. Пустыми, неукорененными осталось только две ячейки. То есть результат вполне себе приличный. Правда, некоторые черенки еще только-только раскрыли почку и пошли в рост, но некоторые уже 25-30 сантиметров высотой. Они уже мешают друг другу, поэтому те, которые переросли, я сейчас пересажу в пол-литровый контейнер. Там им будет посвободнее корням, накормлю, и отправятся они на доращивание на контейнерную площадку. Вот так выглядит корневая система, вполне себе уже сформированный корневой ком. Это за, получается, чуть больше, чем за полтора месяца. Вот пересаженные в пол-литровые контейнеры черенки. Один даже умудрился зацвести. А это малыши остались в кассете на доращивании и отправляются обратно в тепличку с туманом еще на какой-нибудь месяц. Также будут пересаживаться и готовиться к зиме.